Музей роботов открылся в поселке Усть-Ма под Красноярском. Среди экспонатов есть персонажи популярных кино и мультипликационных фильмов. Уникальность выставки в том, что все работы выполнены из старых автомобильных деталей. Сейчас в коллекции их более 100. Для того, чтобы собрать первую экспозицию, потребовалось 3,5 тонны металла. Автор необычных скульптур Сергей Кулагин работает автослесарем, рассказывает, что идея черпает из окружающего мира. Иногда что-то подсказывают знакомые, а также люди, уже видевшие некоторые работы мастера. Заехал к нам случайно в автосервис, человек хороший, говорит, что у вас все, вот эта красота в боксе стоит, никто не смотрит, заезжайте ко мне в магазин. Вот, взяли в аренду помещение, заехали. Такого нету в Сибири точно. Наша экспозиция постоянно растет, постоянно что-то появляется новое.